мы сейчас это читаем в архивах, мы знаем, как все происходило, но тогда мы это на себе испытали, когда нас предали. И когда мы оказались не нужны, нас начали гнобить буквально через полтора года. И очень многие организации исчезли во всех регионах. Саратов вот остался благодаря тому, что мы с самого начала работали от души, у нас была очень хорошая команда. Алло. Команда единомышленников. Да, здорово, живем родители.